Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на понедельник, 1 августа. Я Камила Османова. В эту дату отмечается Всероссийский день инкассатора. Инкассация – это сбор и доставка наличных денег, иностранной валюты и других ценностей в операционную кассу банка. До 20 века специальных служб перевозки ценностей в России не существовало, и только в 1988 году было создано Российское объединение инкассации. Новый жилой дом на Кирова 214А в жилом районе Арбан – это свободные планировки, в которых вы можете воплощать самые смелые дизайнерские проекты. Монолитный каркас с заполнением и облицовка кирпичной кладкой. Современное энергоэффективное инженерное оборудование. Широкие холлы, яркая и современная отделка. Сдача первого дома уже в 2022 году. Приобрести квартиру своей мечты можно на выгодных условиях. Подробности в офисе продаж по адресу Чертыгашева, 102. Понедельник, 1 августа, в Черногорске облачно и дождливо. Днем плюс 27, к вечеру 17 градусов тепла. В Саяногорске переменная облачность, дождь. В светлое время суток 29 градусов тепла, плюс 17 ночью. В Сорске дождливо и грозы. Днем воздух прогреется до 23 градусов, ночью 15 градусов выше нуля. В Абазе облачно с прояснениями. 29 градусов выше нуля днем и 13 градусов тепла в ночное время. В Абакане дождливо, плюс 27 днем и плюс 17 ночью. Ветер юго-западный, атмосферное давление понижено и составит 732 миллиметра ртутного столба. Это был прогноз погоды. Всего вам самого доброго!